welcome back to be fluent in russian podcast today let's talk about some school stories or things that i did in school and my overall routine i guess when going to school the time i wake up and what i ate and what we did in school when i was younger this is going to be a great example of how to talk about things that you do in the morning and your schedule and how to talk about your schedule what you did at 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., etc. I'll be talking about my typical school day, I guess, when I would go to school and, you know, my schedule then. We don't have any specific vocabulary for today, like a list of words, but rather as we are going through the story, I'll be mentioning a few words here and there that would help you understand the text better. And also, the words that you can use and apply in other topics as well. Okay? So, let's get right into this. В школе я просыпался в 7 утра. У нас школа начиналась в 8 утра каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота у нас были уроки с 8 часов. Поэтому мы просыпались в 7 часов утра. Мы вместе ездили в школу я, мой брат и моя сестра. в россии у нас есть такая система как две смены. первая смена вторая смена. и это сделано я думаю потому что у нас были ну, маленькие школы у нас просто наверное не хватало, классов, чтобы все ученики могли учиться в одно время, в одну смену. И поэтому у нас было две смены. Дети первой смены приходили в 8 часов утра. Дети второй смены приходили в 2 часа дня, примерно. Может быть, 1 час 20 минут, наверное, вот так. Я не помню точно, но примерно в 2 часа дня вроде бы. И если мы все учимся в одну смену, я, мой брат и моя сестра, то мы все вместе ездили в школу в одно и то же время. Но если кто-то из нас, я или мой брат или моя сестра, учились во вторую смену, то тогда они сами должны были ехать в школу. И почему мы вместе ездили в школу? Это потому, что у нас мама тоже начинала работу в 8 часов утра. И поэтому мы все вместе на машине ехали в школу. Мы просыпались в 7 утра, мы завтракали, одевались, собирались, и в 7.30 мы должны были сидеть в машине. Мы ехали примерно, может быть, минут 7 до школы, потом пешком минут 5 или 7 также, и мы были в школе в 7.45. Каждое утро. Почему так рано? Мы, у нас урок 8 начинается, то есть 15 минут до начала уроков. Мама работала дальше от школы, и поэтому ей нужно было время, чтобы доехать до работы. И потом у нас уроки начинались обычно утром в 8 часов утра. И, как правило, у нас всегда было либо 4, 5 или 6 уроков. Очень редко, когда было 4 урока, обычно 5 или 6. 6 очень часто, 5, может быть, один раз в неделю у нас было 5 уроков. Обычно было 6. И один урок это 40 минут, потом перемена, 10 или 15 минут в среднем, потом второй урок тоже 40 минут, потом снова перемена, потом еще один урок. 40 минут, и потом большая перемена 20 минут. На этой большой перемене мы очень часто ходили в магазин. Магазин был примерно минут 5 от школы. 5 минут туда, купили себе поесть что-то или другие продукты, и обратно в школу. И очень часто мы ходили в этот магазин большой группой. Может быть, три или четыре человека. Иногда я давал деньги своим друзьям и говорил, пожалуйста, можете купить что-то для меня? Может быть, это сникерс или твикс или мороженое? Потому что я не хочу идти. Пожалуйста, можете купить мне? Да, без проблем, Федя, давай, конечно, мы это сделаем. Также на большой перемене мы часто играли в баскетбол или волейбол на перемене. Потому что большая перемена, можно было поиграть, и нам это очень нравилось. Нам открывали зал. Зал это холл, или, ну, I think, PE-холл. И мы играли в баскетбол или волейбол там. Было очень весело. Весело means fun, enjoyable. Весело было очень весело. И я помню сейчас, что мы играли, было очень много людей. Наш класс, класс младше, и иногда класс старше. То есть не только наш класс. Класс is a class or a group of kids, like grade. We had, um, let's say, like ninth grade. We had nine. A, 9B, 9C. So И очень было весело, потому что обычно уроки были скучные. Скучные means boring. И на переменах мы ждали, когда можно пойти поиграть в волейбол, баскетбол. давай быстрее, быстрее, быстрее. Также, когда раньше, наверное в шестой класс или седьмой класс мы часто играли в футбол на улице конечно тогда мы очень часто опаздывали опаздывали we were late опаздывали на уроки потому что мы играли очень долго если у нас было 20 минут мы могли играть 25 30 минут и так далее и потом у нас было еще три урока обычно и мы могли пойти домой. Мы заканчивали уроки примерно в час дня, и у нас было время, чтобы пойти домой. И все, школа закончилась. Но я играл в теннис в школе, и после школы я ехал на теннис. Это, ну, наверное, один час на автобусе, потом полтора часа полтора, by the way, is one and a half, полтора часа на тренировке и час на автобусе домой. Чтобы мне доехать от школы до тенниса, мне нужно было ехать на двух автобусах. Двух. Не один, а два автобуса. И это было очень-очень долго. Потому что ты ждешь, ждешь, means you're waiting. Ты ждешь одного автобуса, может быть, минут 5-10. Потом ты ждешь второй автобус. Также 5-10 минут. И ты едешь на тренировку и в общем очень долго. Я понимаю то, что сейчас, конечно, я бы, может быть, читал что-нибудь в дороге или слушал музыку. Но тогда у меня не было хорошего телефона. У меня был плохой телефон. И я просто ехал и все. Ничего не делал. Было скучно. Вот. После тренировки я был дома, наверное, часов 5. 5 или 6 часов вечера я был дома. Я делал уроки, если нужно было делать уроки. Потом шел гулять. Гулять means to go for a walk, but гулять also means to go hang out. Гулять э, у нас в где я жил, у нас не было много ресторанов, кафе, кино, интересных мест. Как мы развлекались после школы? Развлекались means entertain ourselves. How do we enjoy our time? Мы ходили просто гулять на улицу, бегали, играли в прятки, харенсик, Прятки means харенсиг. Что мы еще делали? Ну и все, просто были детьми. Играли в разные игры, и все. Это было Я шел гулять. Потом в 10 часов мы ложились спать, и в нашей семье это было очень такое строгое правило. Мы ложимся спать в 10 часов вечера. Точка и все, ты не мог спорить с этим, это было правило у нас, у, у нас дома. Потом утром опять 7 часов утра, мы идем в школу и так далее, и так далее, и так далее. В школе мне было очень скучно, очень скучно было учиться, и поэтому я был хулиганом, я очень часто отвлекался, отвлекался, means got distracted. or distract somebody else too. Отвлекать is to distract, отвлекаться is to get distracted. You are you are being distracted. И очень часто мешал вести уроки. Мешал вести уроки means I interfered with the with the lessons. I kind of would talk and talk over, maybe talk back to the teacher, talk to my, you know, friends and так далее. И Да, мне было очень скучно, потому что мне было неинтересно. И все. Сейчас я понимаю, что, конечно, я мог учиться лучше, я мог, может быть, внимательно слушать учителя. Да, 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 конечно, но я был ребенком. Я не могу себя заставлять каждый день слушать внимательно. Мне это неинтересно. И я думаю, что... Это хорошо, что я сейчас делаю то, что мне интересно, потому что я очень быстро теряю внимание к тому, что мне не интересно. Например, когда мне нужно сделать что-то по работе очень сложное, долгое и так далее, то очень быстро я начинаю уставать. Я хочу спать, я не хочу ничего делать. Но это... Конечно, сейчас я понимаю, как с этим нужно бороться. Бороться means to struggle with it or to get over it, to fight it, to, to, resist it. Но поговорим еще немного о школе. У нас в школе была столовая. Столовая — это кафетерия по-английски. И у нас в столовой было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пятнадцать столов. Это очень маленькая столовая. 15 столов, где мы кушали, обедали. И очень часто после третьего урока мы шли в столовую. Так как у меня было три ребенка в семье, я, мой брат и моя сестра, то у нас были бесплатные обеды. Бесплатные means free. Бесплатные обеды это как... Государство говорит, молодцы, <laughs>, хорошая семья. И это как помощь финансовая многодетным людям, о, семьям, или, или семьям. Многодетные means many kids families. Families with many kids. Многодетные семьи. И у нас было... Один, два... Два? Три! Три семьи многодетные. Это моя семья, у нас было три ребенка в семье. Вторая семья тоже три ребенка, и третья семья два ребенка, но одна мама. Мама одна воспитывала детей, и поэтому это тоже это тоже считалось как многодетная. We had one two families of three one of which was mine and one family was two kids but because she was a single mom it was also considered to be a um, mini kid family and we will get subsidies or these called like like a, i wouldn't say what is it called it's not really like a food stamp it's not it's in school you get to eat for free that's all it's not even like a handout or anything like that You don't have to be It doesn't have to be a poor family for you to enjoy that It's just kind of like a subsidies from the government Regardless of your income For families with many, ki with many kids You get this kind of uh, social, social uh, benefits <laughs> И часто что нам давали в этой столовой? Это суп Может быть салат какои и основное меню. Основное меню это два вида мяса и два или три вида гарнира. На мясо, мясо обычно были котлеты или курица, или же, что еще может быть? Может быть, бифстроганов иногда. Ну и все, наверное, да, наверное, все. И гарнир это обычно гречка, рис или лапша. Потом можно было заказать себе напиток, Напиток это сок обычно чай или, или или какао. Какао тоже было иногда у нас в столовой. Иногда у нас был компот, еще кисель. Иногда кисель из I'm not sure what кисель is. It's like a, a little bit of slimy stuff, slimy drink. Let me actually look it up right now as we speak, because I don't know how to translate like кисель. I've never had кисель. Anywhere besides <laughs> besides our cafeteria, okay. Kissel po английски. Сейчас посмотрим в интернете. Kissel. Kissel. Okay. Yeah, I think it's kissel. Also. <laughs> yes. Okay. Kissel. Strawberry kissel recipe. Kissel Wikipedia. Yes. Polish strawberry kissel recipe. I guess it's yeah. Kissel, 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 K-I-S-S-E-L. It's like slimy drink a little bit. Okay. So anyway, it was disgusting. Невкусно. <laughs> И мы очень часто ели это все. Ели также у нас были булочки. Булочки из like big, uh, stuff. Булочки булочки с сахаром, булочки с повидлом, еще был хот-дог иногда, но хот-дог по-русски это сосиска в тесте. Сосиска means и sausage, в тесте means in dough, сосиска в тесте means sausage in dough. Тоже иногда у нас было в столовой сосиска в тесте, но так как это еда не хорошего качества, было невкусно, было нормально. Пойдет. Пойдет means it will do. Пойдет. Uh, но было, что имели то имели. What we had, we had, and we didn't really complain about it, and we just ate whatever we were given. Иногда там продавали шоколадки, может быть попкорн, и это было недолго, может быть один или два года. Потом это убрали. Больше не было этого у нас в столовой. И Поэтому люди, дети ходили в магазин, покупали продукты в магазине, потому что там они были вкуснее, гораздо, гораздо вкуснее. И это все. Я думаю, мы поговорили достаточно о моих школьных годах. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы получили немного культурной информации из этого. И да, учитесь говорить по-русски лучше и улучшайте и делайте меньше ошибок, как и в нашем бесплатном уроке. Присоединяйтесь по ссылке в описании. And that's it, so you all. Oh, by the way, we've reached 300 subscribers on our Telegram channel. I'm proud of that. We have 300 people join our community to learn with us and learn with our podcast community. I really, I really, 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 am grateful for all of you guys who joined. We talk sometimes. We share homework. And uh, yes, if you are thinking about joining, join us also with the link in the description. We Hope that you will join and learn with us as well. And it's going to be a lot of fun. And we'll see you all there. Paka, paka.